Французское вино известно всему миру. Его ценят за изысканный вкус и богатый аромат. А виноделие считается целой наукой, секреты которой передаются из поколения в поколение. Завесу тайны севастопольским студентам приоткрыл Поль Гуяр, известный винодел провинции Франции. Конечно, есть свои особенности в производстве вина конкретно у меня, но это зависит в большей степени от альфа-активного ощущения. У каждого свой опыт в дегустации, и каждый по-своему понимает вино. И отличается само отношение к вину. Крымская природа винодела напоминает лазурные берега юга Франции. Из винограда, растущего на полуострове, выходит уникальное вино, характерное только для нашего региона, говорит Поль Гуяр, и отмечает, техника у каждого специалиста может быть своя, но начальный этап рождения напитка для всех общий. Самое важное в этом деле – это сам виноград. В первую очередь нужно обратить внимание на то, как выращиваются виноградники и на сами ягоды винограда. То есть привести вино в сам напиток несложно, а произвести качественный виноград – это составляет основную сложность. Важно обращать внимание, как он собирается, подрезается лоза. Подобные встречи помогают студентам узнавать культуру других стран, а личное общение со специалистом понять, почему виноградарство сегодня набирает популярность в мире. Очень много молодых работает именно в отрасли виноградарства и виноделия в мире, путешествуя по миру, получая большой опыт в разных странах, работая сезон в одной стране, сезон в другой. И вот эта вот как бы ситуация, статус, постоянно быть на, скажем так, чемоданах, но на чемоданах 3 месяца в одном месте, 3 месяца в другом, привлекает многих. А те, кто вдохновится этой необычной профессией, могут получить специальность в Севастопольском государственном университете. Алина Пчелинцева, Анатолий Паньков, Севинформбюро.